Собор Парижской Богоматери, географическое и духовное сердце Парижа, расположен в восточной части острова Сити, на месте первой христианской церкви Парижа, базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на месте галло-римского храма Юпитера. Собор Парижской Богоматери начали строить в 1160 году под руководством епископа Морис де Сюли и закончили только в 1345 году. Это была самая долгая стройка, продолжавшаяся 185 лет. Участие в строительстве принимали разные архитекторы, о чем свидетельствуют отличающимися стилями и различными высотами западная сторона и башня. Во времена Людовика XIV, в конце XVII века, собор пережил серьезные перемены, могилы и витражи были разрушены. В результате Французской революции, в конце XVIII века, многие из сокровищ собора были разрушены или украдены, однако большие колокола собора избежали участи быть переплавленными. Сам собор использовался как продовольственный склад. К началу 19-го столетия собор Парижской Богоматери не пользовался у парижан особой популярностью. Интерес к средневековым сооружениям был в значительной степени разожжен благодаря новой новелле Виктора Гюго «Нотр-Дейм де Парис». В течение последующих 20 лет архитектор Виолет Ледак заново отреставрировал собор Парижской Богоматери, был добавлен шпиль, переделан зал внутри и замены некоторые скульптуры. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.